Ну вот, вышел я на ТЭЦ-3. Симпатичный автобус, ну потому что воскресенье. Задержки нет в пробках. За 50 минут доехал практически от порога дома до... И сейчас я пойду на речку. Путешествие на Висячий мост. Памятник Пушкина оставим на другой раз. Я хотел туда поехать, ну что-то глянул. Жарища, духотища, короче. Поэтому пешеходная экскурсия, короче, здесь. Ну вот. Голова видна. Пацану интересно поездить на такой хорошей машине, по такому говнищу убивать машину. Ну, лишний раз говорит о том, что когда она не заработана, оно как-то не бережется ни хера. 15.09. Вот я вышел в точку, которая мне нужна. Да, вот эти плиты и прочее, и прочее. Тоже тут влажненько, лужи. А вот с той стороны мы за дороги заезжали, и вот он, Висячий мост, охраняется. О, кстати, с плиты можно попробовать снять красиво тут, посмотреть. Так, заливчик, ого, а воды-то не так уж и мало. Корягу прибило новую, о, приплыло, не было ее. Приплыло, прибило, вот отсюда мы рыбачили, тут нормальная заводь была, сейчас она вот. Костер жгли вон там, вон сейчас. Вот это вот что-то сильно большая, прям залитая. Я схожу, посмотрю, ну что-то вообще прям притопило. Я думал, туда перепрыгну, дальше схожу, дальше вдоль берега. Ладно, сейчас с моста посмотрим, что как. Заодно чай можно выпить. Хотел я на ту сторону еще сходить. Видите, как с лета все поменялось. Тут сплошные мадамы, короче. Я думал, это мужики приехали. Костер жгут. Ой, бестолочь. Да, вон там он затоплен. Вон она как. Течет, так вода подприбыла. И вот здесь вот течет. А можно было в тапочках перейти, сейчас, я думаю, вряд ли. При этом вот мелко основное русло. Вот здесь в сапогах, конечно, можно пройти. Так, сопки видны, но не видно, снег там есть, нет, где-то там они. Туманной дымки теряются. Ну, не сопки, уже горы. Вполне себе. Но солнце светит. Во-первых, солнце вот оно. Создает блики. Во-вторых, там все-таки не такое прозрачное небо. О, ветерок задул. Задул ветерок. Да, если бы рыба шла, ее бы видно было. Какая сегодня прозрачная погода. Здесь так шума реки не слышно, а там она прям журчит. Урчит. Двигает по перекатам. Ну, сейчас схожу вон там такие вообще буруны белые, смотрю, бьет в берег. Вон туда, где повалены деревья, вот туда я сейчас и схожу. Посмотрю. Сейчас допиваю вторую кружечку. Ай. Моя тень падает на речку. Ой, еще мой. И тут вода холодная. Ну тоже вот не перейти, не разуваясь. Вот она, сопочка, вот, которая под нашим берегом, как говорится. Вон она. Это вот туда мы хотели еще смотаться, под нее.
Там все очень так симпатично. Да, удивила речка, конечно. Вот вам и осень неожиданная. Как так бывает? Вон тут залито сильнее, чем летом. Вот, тут, кстати, большой вот этот самый омут. Вполне солидная рыба может стоять. Ну, тут, конечно, уже прорыбачили. Я даже этих рыбаков знаю. Ну, все, дальше я не иду. Вот этот план, наверное, будет финальным, последним. Всем спасибо, кто досмотрел сюжет до конца. Не остался равнодушным. Ох, красивый там залив. А там мелко было, а сейчас там очень даже нехило. Это если у меня он перебегал... А, ну он перебегал с того берега тогда, сын, рыбачил сюда. А сейчас тут вон полноценная протока. Вон там течет. Спасибо тем, кто поддержал канал вдвойне. Огромное.